Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале по ссылке из Китая. Сегодня у нас очередная распаковка товаров с AliExpress, также проводим конкурс, результаты которого вы сможете посмотреть на втором канале, который я зарегистрировал специально для вас, потому что многие писали, что неудобно переходить с YouTube на Контакт, чтобы посмотреть ролики, поэтому переходите, у меня с левой стороны в интересных каналах будет мой канал, называется «Второй по ссылке из Китая». Значок точно такой же, не запутайтесь, я думаю. Ну, а условия, как всегда, будут внизу в описании. Поэтому присоединяйтесь, подключайтесь, а мы начинаем. Давайте сразу откроем вот эту вот посылочку. Так, и здесь у нас находится вот такая штуковина. TDS-3. Темп. Вот так снимается. Внизу имеются какие-то два штырька. Эта штуковина предназначена для измерения загрязнения воды или измерения солей в воде. Включается? Да, включается. Вот циферки имеются. Обязательно это дело мы протестим. Хотел бы порекомендовать вам канал Китай Сан. Автор делает интересные распаковки, обзоры, а также подборки товаров с AliExpress и других интернет-площадок. Только честное, правдивое мнение автора, ссылка в описании. Потестил вот этот агрегат. У меня есть три чашки с водой. Обычная вода из-под крана. Вода из-под крана, но прокипяченная в чайнике. И вода, пропущенная через фильтр кувшин. Здесь показания в районе 250. Здесь чуть меньше 200. Здесь 120-130. Верите этой штуке или нет, не знаю. Если вы хотите посмотреть более детальное, полное видео по этому замеру, переходите на мой второй канал, я выложу там полный замер этой штуковины. Оно мне надо. Следующий конвертик. И здесь у нас вот такая малюсенькая лопатка-скребок. Пластик очень гибкий, достаточно. Вот это сама режущая кромка острая, то есть можно подколупнуть, где-то будет лед на лобовом стекле. И я думаю, она не должна ломаться, потому что она реально очень хорошо гнется. Стоило очень дешево. Возможно, в своем городе можно найти за такие же деньги, но, как говорится, искать не надо. Ссылку увидели внизу в описании, заказали. Вам приехало с доставкой на дом, даже, возможно, в почту закинут. А здесь у нас в следующей посылочке вот такой вот кошельман. Ну, его можно использовать как пенал, можно как монетницу, как кошелек, как чехол для очков. Ну, очки, наверное, вряд ли в него можно покласть, потому что, ну, скорее всего, сломаются. Но, в принципе, вот такая штуковина. У меня уже похожего плана имеется, такая треугольная сумочка, я заказывал тоже не так давно, мне очень понравилось по качеству, удобно монеты складывать в машине. И для этого, я думаю, найду применение. Замочек не заедает, ровно все открывается, швы прошиты, внутри имеется вот такая подкладка, как морячок полосатая. Мы переходим к следующему товару. Что нам заострять внимание на каком-то кошелечке, правильно? И здесь у нас вот такая штука. Аквапель или Аквапел. Когда заказывал, по-моему, продавец мне написал, что товар к вам приедет, но будет без упаковки. Ну, здесь вроде какая-то упаковка есть. Штуковина предназначена для того, чтобы на лобовом стекле легко ощущалась вода. То есть вы едете на машине, дождь идет, а у вас вся вода разбрызгивается по сторонам, и у вас идеально чистое стекло, хороший обзор. Здесь вот даже есть картинка, правда очень такая плохая. До применения и после применения. До применения все размытое, после применения у вас все идеально видно. Ничего нигде не отбликивает. В первую очередь это для безопасности, второе для удобства. Так, а мы переходим к следующему товарчику. Ссылки на все товары вы найдете внизу под видео в описании. На кэшбэк также ссылочку кину. Кто не знает, кэшбэк — это сервис для экономии денег. А здесь у нас находятся вот такие светодиодные лампочки.
Такого плана лампочка у меня в городе стоит приблизительно раза в 3 дороже. Заказал себе 2 штучки. Ну, если будут хорошо, отлично работать, буду заказывать еще. 2 лампочки абсолютно одинаковые, вторую открывать не вижу смысла. И последняя на сегодня посылочка. Здесь у нас находится целая куча звуковых карт. А точнее 5 штук. В разных упаковках. Здесь запаяны, здесь просто такие пакетики. Обычная маленькая USB звуковая карта с регулировкой громкости на... корпусе. Заговариваться начал. Имеется 2 выхода. На микрофон, на наушники. Качество звука в принципе приемлемое. Посмотреть фильмы, пообщаться в скайпе можно по этой карточке без проблем. Если у вас сгорела ваша основная карта или просто даже у вас ее нет, но у вас компьютер поддерживает USB порт, покупайте такую недорогую вещицу, в районе доллара стоит, и пользуйтесь, наслаждайтесь звуком. Естественно, люди говорят, что блин, да на ней качество музыки отстойное. Ну, ребят, не сравнивайте долларовую карту и карточки, которые стоят там 15-20, а может даже больше долларов. На этом наша распаковочка закончилась. Всем желаю победы в конкурсе. Условия найдете внизу по ссылке. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. Всем пока!